Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Белавива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание на обозрение хочу предоставить женский велосипед от украинской торговой марки «Команч». Модель называется «Holiday L». В аббревиатуре буква L обозначает «Lady», женская рама. Велосипед выпускается с мужской рамой и с женской. Данная модель женскую раму имеет, она изогнута, это комфортно девушкам. При остановке, когда начинают останавливаться, трогаться, это больше комфорта. Девушки такие рамы больше любят. При этом характеристики велосипеда соответствуют стандартно горного велосипеда, что позволяет на этом велосипеде ездить в туристические походы, по пересеченной местности. Целевое направление, конечно, велосипеда – это поездки по городу, по паркам. Ну, лесополоса и горная местность тоже возможно при небольших нагрузках. Потому что у велосипеда есть и амортизация, и большое количество передач, и возможность выставить руль для спортивной посадки, то есть с наклоном спины на 45 градусов. Наклон спины 45 градусов минимально нагружает саму спину, потому что часть нагрузки спины ложится на руки. В общем, велосипед сделан так, чтобы вы катались, занимались спортом, катались в спортивно-оздоровительном режиме. Более детально. Велосипед выпускается в алюминиевой раме. Колеса 26 дюймов, колесо передач 3х7, тормозная система веб-брейки. Есть крылья, есть подножка, как вы видите. Все сделано для того, чтобы кататься и получать удовольствие. Более детально. Покрышка имеет полусликовый протектор. Это хороший протектор, стандартный, у которого центральная часть имеет минимально маленькие шипы, по бокам уже идут большие. Устойчивость велосипеда обеспечивается большими шипами при езде по пересеченной местности. А режим городской будет комфортный, потому что центральная часть не имеет никаких больших шипов. Амортизация вилки обеспечивает комфортную езду по пересеченной местности. Руки не будут уставать. Ниппель у велосипеда автомобильный, легко накачивать. Двойной алюминиевый обод и эксцентрик на велосипедном переднем колесе. Легко снимается колесо, не надо никаких ключей. Сняли, отзажали и поехал велосипед без колеса на доставку. В машину легко положить. Крылья металлические с опорами. Опоры позволяют устойчиво держаться крылу при езде, не дребезжит. Крепится крыло одной частью к опоре, при помощи опор к нижней части вилки и верхней части болту. То есть это хорошее крыло, у которого красивый внешний вид. Рама алюминиевая, на которой есть специальное отверстие, где можно установить флягодержатель или насос. Руль можно регулировать по высоте, поднимать и опускать, для того, чтобы было удобную посадку себе обеспечить. Также руль имеет возможность изменять угол наклона. Изменять угол наклона можно из-за того, что регулируемый вынос руля. Стоит отметить, что у велосипеда ручки анатомические. Это опять же таки очередной комфорт. Вот видите, вот так вот душка, то есть изогнутая ручка, она мягкая и удобно лежит в руке. Левая рука имеет передний тормоз и передний переключатель, моноблок на 3 скорости с градацией шкалы 1, 2, 3. Правая рука, задний рычаг тормоза. И монетка совмещена также моноблок, тем самым является это моноблок, который имеет градацию шкалы 1, 3, 5, 7. Всегда можно знать, на какой передаче находится переключатель. Тормозная система ободная, веб-брейки, тросиком торможения осуществляется. Шатуны. Шатуны у нас имеют 3 звезды, 22, 32 и 44 зуба. Это хорошая возможность держать накат на прямой скорости. Щиток. На шатунах есть щиток пластиковый, чтобы минимум пачкать одежду. Девушки в юбках может даже кататься. Педали пластиковые, кататься можно даже босиком. Нет никаких шипов. Маленькие вот эти шипы, они не колятся. Если захотите поехать на пляж босиком, на этом велосипеде будет комфортно. Нога не будет соскакивать и при этом не будет давить на ногу. Задний переключатель торговой марки Shimano, Altos 310. Это хороший переключатель на 7-скоростную трещотку. На заднем колесе стоит трещотка.
Стоит отметить, что торговая марка «Команч» делает хорошую качественную продукцию, и это выглядит в следующем. Втулка у велосипеда «Команч Holiday L» имеет специальные защитные резиновые такие заглушки, сальники. Тем самым на этом велосипеде после дождя не будет никаких проблем в втулке заднего колеса. Также переднее колесо имеет защитные сальники. Это обеспечивает надежность эксплуатации. Вы меньше будете заниматься ремонтом. Заднее колесо также имеет у нас крыло, которое крепится при помощи крыло заднее крепится в трех местах. Сзади у нас опора стоит. Это одно место, где крепится. Вторая – это крайне под седлом. И третье – возле педали, третье место, где крепится крыло. Крыло заднее держится устойчиво, надежно, не дребезжит. Также у нас есть задняя камера под автомобильный ниппель. Ну, в общем, велосипед комфортный. Стоит отметить, что у велосипеда сидушка. Она большая, мягкая, пухленькая. Многие девушки это очень ценят. Мягкость сидушки обеспечивает комфорт при прогулочных вариантах. Но при этом у сидушки еще есть амортизация. Вот этот вот элемент в самой подседельной трубе есть еще дополнительный элемент амортизации сидушки. Помимо того, что пружины вот здесь вот, они амортизируют, еще амортизирует подседельная труба. То есть вы когда едете, у вас легкость и комфорт обеспечивается при помощи всех мягких элементов велосипеда. В общем, велосипед предназначен для девушек, для поездок по городу, по пресеченной местности. На велосипеде можно мужчинам кататься, но все-таки это женский велосипед, это красивый велосипед, легкий велосипед. Понравился велосипед, приходите в наш магазин «Веловива» на Харьковском шоссе. Хотите приобрести, оформляйте заказ на сайте velaviva.com.ua. Или, если вам понравился видеообзор, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале «Веловива». Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!